меня было в жизни не так много композиторов, но все безумно талантливые. Но самую нескромную песню в моей жизни вот написал Крутой и Лариса Рубальская. То есть это такое нахальство. Это ужас какой-то. Мне каждый раз ее неудобно петь, но хочется, потому что она очень клевая. Ну, извините. Вчера опять на первой полосе писали обо мне газеты все, что я не так стою, что я не то пою, я никому покой не даю, не даю. И вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес и мой репертуар, а также гонорар. Все это нужно знать всем позарез. Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Валяйте, говорите обо мне. Мне это даже нравится вполне. Куда и с кем лечу, кому за что плачу. Живу я только с тем, кого хочу. Я буду петь завистников дразня, в эпоху эту имени меня, не падая в цене и вечно на коне. И пусть побольше пишут обо мне. Живи спокойно, страна. Извини, извини. Жизнь летит, листая лица, годы и вела. Но во все времена есть я одна, одна совсем одна. Живи спокойно, страна. Спасибо!